Вітаю, з вами «Шахімат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо поточну політичну ситуацію в Україні. У нас в гостях народний депутат Максим Бужанський. Максиме, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, вперше ми спілкуємося з вами в такому форматі. От, власне, хотів би почати з тієї дати, яка розділила нас на до та після. Власне, це 24 лютого, початок широкомасштабної агресії Російської Федерації в Україні. От, власне, за цей час, як змінилося і ваше ставлення до Російської Федерації як держави, і взагалі ваша оцінка останніх 5 місяців, майже 5 місяців, які ми всі переживаємо? Андрей, смотрите, отношение к Российской Федерации как к государству с 24 февраля изменилось во всем мире. Российская Федерация из страны, которая незаконно аннексировала наш Крым в 2014 году, которая инициировала сепаратистский мятеж на Донбассе, сопроводила его иностранной интервенцией, оккупировала Донбасс и пыталась при этом сделать вид, что она ни при чем, что она не имеет отношения, что это все не так, прикрывалась каким-то фейковым референдумом в Крыму. Так вот, 24 февраля, рано утром, Российская Федерация показала себя не просто как страна-агрессор, а как страна, которая этой агрессией хвастается. Вы посмотрите на риторику Российской Федерации, то есть они дерзко бросают вызов всему мировому порядку существующему. Сложившийся послевоенный мировой порядок, прежде всего... После 45-го года. После 45-го года. Прежде всего диктует одно правило. Ни один конфликт не может быть решен военным путем. Ни одно решение военным путем не может быть нормальное в конфликте между государствами. У нас нет конфликта между государствами, нет конфликта между Украиной и Россией. У нас есть вероломное нападение Российской Федерации на Украину. Я говорю сейчас о широкомасштабной агрессии 24 февраля. При тому, що хочу нагадати, в принципі, заяви того ж Путіна напередодні, це лютий місяць, початок лютого, що ніякого нападу не буде, що в Білорусі проходять просто навчання. Ну, ми пам'ятаємо цю ситуацію. От, ну, власне, от якщо говорити про відповідальність, хотілося б, ну, зрозуміло, широкомасштабна агресія, ми її маємо з 24 лютого, відповідальність. От це питання, якщо ми згадали 45-й рік, було дуже таким досить дискусійним, чи має відповідати весь німецький народ, чи військово-політичне керівництво. Ми пам'ятаємо по Японії, скажімо, коли там було, чи має відповідати імператор Хірохіта, чи не має відповідати, тобто він не відповідав. От з вашої точки зору, після того, що відбулося 24 лютого, хто винен? Це лише військово-політичне керівництво, тобто президент Російської Федерації, міністр оборони і таке інше, або ми можемо говорити про провину всього російського народу? Смотрите, для того, щоб вам уйти от дискурса и не выбирать, хотя там нечего выбирать, и так все понятно, виновны все, нужно рассуждать иначе. Виновно российское государство. Там у себя внутри пусть разбираются, кто как к чему относился, кто был за, кто был против. Для нас это Российская Федерация, страна, которая на нас напала. Не какие-то там плохие военные напали, нет. Все происходит полностью с одобрения граждан Российской Федерации. Они прямо сейчас расстреливают Никополь, они прямо сейчас расстреливают Николаев. Они ежедневно уже почти 5 месяцев утюжат ракетами и артиллерийскими снарядами Харьков. Они бомбят Одессу, они бомбят Днепр, они стерли в пыль Мариуполь и Северодонецк. Останній, до речі, удар по Дніпру саме по вашему округу. Да, я был буквально через 10 минут после отбоя, я с коллегой уже был на месте событий, видел, ну, меня держали в курсе, там, на связи с руководством соответствующих предприятий и ведомств, я знал и о количестве погибших, и о количестве раненых, ездил, смотрел. Но дело не в этом, то есть они выбрали такой путь, россияне, и нам совершенно не нужно разбираться, кто там имел какое мнение и так далее. Для нас все понятно, ну и для них, наверное, все понятно. От якщо ми говоримо все-таки про відповідальність, от якою вона має бути? Це якісь міжнародні, ми бачимо санкції, що це має бути, от ваше бачення? Я бы разделил этот вопрос на три этапа, на три приоритетных этапа. Наша первая задача – выбить агрессора со своей территории, деоккупировать территорию Украины. І, до речі, можна уточнити, тут ви розділяєте, скажімо, Донбас, південь України і, власне, Крим? И Донбасс, и юг Украины, и Крым – это все в равной степени территория Украины. Есть две базовые ценности для любого украинского гражданина. Это наша территориальная целостность и наш суверенитет. Президент говорил о том, что наша первейшая задача вот самая, вернуться к состоянию на 23 февраля. Вот давайте пока что говорить об этом. Так вот, первая задача – это деоккупация нашей территории. Вторая задача – это получение компенсации в виде репараций. Ну, сотни миллиардов долларов ущерба. Граждане остались без жилья, жизни сломаны, без жилья, промышленность разрушена. Мы же, они выпускают 50 тысяч снарядов в день, мы отвечаем, и те, и другие снаряды ложатся по нашей территории. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они за это заплатили. И, наконец, ответственность. После Второй мировой войны, и после Первой мировой войны, и после наполеоновских войн, вы должны это знать, вы заканчивали исторический факультет, ну, после наполеоновских войн был Венский конгресс, то есть каждый раз после колоссального конфликта в Европе и в мире строится определенного рода система безопасности, которая учитывает события предыдущего конфликта. Нам необходима система безопасности, которая гарантирует нам безопасность, точно так же, как всем остальным европейским странам. В конце концов, если посмотреть на логику Российской Федерации, то это может случиться с любой страной, с Прибалтикой, например, с Польшей. Если мы раньше, вы говорите, что изменилось, я вам скажу, что изменилось, например, лично для меня. Если раньше я предполагал, что страна-агрессор в своих рассуждениях руководствуется какими-то рациональными категориями, то сейчас мы все видим, что рациональность ими полностью отброшена. Они пытаются добиться успеха, отказавшись от рациональности. Я в двух словах для наших зрителей объясню еще, о чем идет речь. Было 350 способов нанести нашему государству непоправимый урон, не прибегая к широкомасштабной агрессии. Ну, например, на момент их вероломного нападения 24 февраля, если я не ошибаюсь, 73% нашего угля, который мы импортировали оттуда. Они могли бы нам продать не 73%, а 3%. И у нас был бы топливный голод, то есть, ну, путем экономического давления они могли нас поставить в крайне сложную ситуацию. Нам было бы очень тяжело, мы не могли найти денег. Все наши граждане знают, с каким трудом мы получали 2,5 года там, несколько миллиардов кредита МВФ. Какое количество законов, в том числе тех, которые мы не сильно рвались принимать, было необходимо принять. То есть это переговоры очень долгие, очень сложные. Мы бы просто остались без денег, без топлива, где-то бы они нам горюче-смазочные материалы бы, они могли выслать обратно всех наших заробитчан, создать социальный кризис в этом вопросе. Но они пошли искать триумфальные победы, им хотелось белых коней, встреч с цветами и так далее. Они ничего этого не нашли, вы сами видите, как их встречают граждане. Так, Максиме, в контексті того, знову ж таки, ми повертаємось часто і до 1815 року. Ну, не часто, просто така історична ретроспектива, певна, є. От все-таки Росія і Україна. Питання спільного минулого. Як би ми, що б не відбувалося от зараз, воно все-таки було. Воно було от колоніальне, воно було різне. Був радянський період, був дорадянський період. От з вашої точки зору, зрозуміло, що історія така, не знаю, така наука, дехто навіть дискутує, чи є це наука, да? Що погляд на події минулого, він змінюється у того чи іншого народу, у тої чи іншої спільноти. От спільне минуле зараз. Як має бути переглянута державна політика, и чем має бути переглянута державна політика в цьому контексті? Я понял суть вопроса, я вам отвечу. Во-первых, история – это точнейшая наука, ошибки в которой бьют намного больнее, чем ошибки в математике и физике, потому что если вы недооценили силу электрического тока, током шарахнет только вас, а ошибки исторические, они бьют по целым народам, по континентам практически, от этого зависит жизни десятков миллионов людей. Ну, Версальську систему ми згадували, кінець Першої світової війни, да? Тобто те, що було там прописано, здається, один з керівників Франції сказав, якщо ми це підпишемо, через 20 років ми отримаємо ще одну світову війну, на 2 місяці помилився. Є така історія. Смотрите, мы рассуждаем о Версальской системе, о Ялтинской системе, о системе Венского конгресса в ретроспективе, на удаление, когда мы уже знаем, что произошло за это время, когда мы можем сделать какие-то свои, кстати, не всегда правильные выводы об ошибках, которые сделали, ну, там, в Версале заложили хищническую систему раздела Европы, Франция слишком сильно ограбила Германию и так далее, то есть это нам сейчас понятно, но это совершенно не значит, что это было понятно тогда участникам событий, во-первых, во-вторых, может быть и было понятно, у них не было другого выхода. Теперь, что касается России, Украины, совместной истории и так далее. Смотрите, я, когда слышу рассказы про колонии, давайте не выдумывать ерунду там, где в этом нет необходимости. У нас миллион претензий к Российской Федерации, вполне обоснованных, для того, чтобы не лепить. Была интеграция, насильственная интеграция. В 1991 году произошла, к счастью, дезинтеграция. Мы стали независимым государством, слава богу, и теперь мы суверенная держава. Это совершенно не значит, что нужно все переписать. Потому что, меняя каким-то образом историю сейчас, в угоду конъюнктуре, мы крадем у себя. Это наши с вами предки защищали нашу страну. Это нам с вами принадлежит День Победы 9 мая. Нам 300 лет не нужна Российская Федерация для того, чтобы праздновать День Победы над нацизмом. Она же не нужна. Это наш праздник, мы вспоминаем членов своей семьи. Мы благодарны им за то, что мы живы, за то, что у нас есть дети, за то, что вокруг нас наш прекрасный город и наша замечательная страна. То есть только потому, что россияне делают что-то, не делать этого, ну простите, пожалуйста, то есть, мы слишком уважаем себя для того, чтобы в пику им лишать чего-то себя. То есть они пользуются арабскими цифрами, нам шутили, перестань. Они едят столовыми приборами, мы же не будем есть руками. Нам нет дела до них, у нас свою. И историю необходимо изучать для того, чтобы сделать правильные выводы, в том числе, в первую очередь, об ошибках нашего народа, об ошибках, которые были сделаны в истории нашей страны, которые, в свою очередь, привели к каким-то последствиям. Есть же, например, история УНР, к примеру, которая сейчас подается очень рваными кусками. Я небольшой не специалист, сразу скажу. Но даже глядя вот так вот, то есть она подается таким образом о том, что выводов из нее сделать невозможно. Почему все погибло? Почему государство оказалось нежизнеспособным, не стало государством? Почему внутри власти начались конфликты? У нас героями считают одновременно, ну, например, и Скоропадского, и Петлюру, который его сверг, и Грушевского, которого скинул Скоропадский, который, в свою очередь, потом стал советским деятелем. И Болбочана, который, автора похода на Крым, которого Петлюра потом расстрелял за измену. То есть в этом всем можно было бы спокойно разобраться. Можно было бы представить этих людей как живых, чтобы каждый заинтересовался. У меня есть друг Ян Валетов, который написал прекрасную книгу «1917». Она художественная, но когда ты прочитал художественное произведение, у тебя появляется желание больше узнать об этих людях. То есть нам всего-то нужно, чтобы наши граждане заинтересовались собственной историей, начали читать, сами приходили к каким-то выводам. Заинтересовать людей историей, вот это самое главное. А навязывать им какие-то нарративы, жизнь надо улучшать для граждан, а не рассказывать им, как родину любить. Вот так я считаю. Так, Максиме, ми от десь 15 хвилин говоримо на загальні такі питання. Я хотів би перейти до більш конкретних. Давай. Власне, ми анонсували наш ефір як, власне, обговорення політичної ситуації в Україні. От в умовах війни зрозуміло, що обмеження громадянських свобод є цілком логічним. Тобто, ну, заборона мітингів, заборона якихось протестів, оскільки, ну, не можна розколювати у такий момент суспільство. От з вашої точки зору, чи є у цьому контексті, чи є місце саме політичній боротьбі, протистояння між тими чи іншими політичними силами? Я понял суть вашего вопроса. На данный момент не существует не просто какой-то политической борьбы, не существует политических процессов. Не бывает политической борьбы там, где вражеские ракеты бьют по левым, по правым, по зеленым, по синим, по красным, по каким угодно. Есть не просто президент, но верховный главнокомандующий страны, которая ведет войну. Есть те, кто сражается на фронте, бойцы ЗСУ, бойцы ТРО. Есть члены их семей, которые их отправили, есть волонтеры, есть те, кто помогает армии. Есть, в конце концов, обычные граждане, работники тыла, условно говоря, на чьих плечах лежит экономика, которая содержит всех, которые платят за нашу возможность вести войну и сопротивляться. Поэтому говорить о каких-то политических процессах, ну, у всех абсолютно политических сил, какими бы разными они ни были, есть одна главная цель – победить, устоять. Все остальное рядом с этой целью, с этим вопросом жизни и смерти – это ерунда, не заслуживающая никакого внимания. Безусловно, политические процессы вернутся потом. Безусловно, будет такая борьба за мир, что не останется камня на камне. Это будет ожесточеннейший политический процесс. Но сейчас питание на часе, тобто недоречно. Але вы задали вопрос, не являются ли военные ограничения чрезмерными, нет ли в них элемента наступления на права и свободы. Любые ограничения – это в какой-то степени наступление на права и свободы. Но если наши граждане, которые все замечают, которые все прекрасно понимают, которые все видят, после войны решат, что эти ограничения были чрезмерны, политическая ответственность настигнет тех, кто их принимал, на выборах. Если этого не случится, значит, все было нормально. Я приведу очень простой пример. Ну, уже помните, как в начале войны власть умоляла, все умоляли, не публикуйте фото прилетов, не пишите, куда так, прилетело. Не это... Просили, умоляли, требовали, объясняли, почему этого нельзя делать. Это помощь врагу в прямом смысле слова. Корректирование, то что называется. Да, это корректировка вражеского огня. Хоть тресни. Человек стоит с телефоном, снимает, выкладывает, ему хочется известности, ему хочется хайпа, а некоторые просто искренне, ну, настолько потрясены. То есть, ну, это реакция у человека такая, ничего не сделать. Наш парламентский комитет принял закон, парламент за него проголосовал об ответственности. То есть, ну, если мы не можем убедить, наша задача взять на себя ответственность, запретить. Посмотрите, сейчас вы знаете, что туда или в те или иные города попадают ракеты, но вы не знаете, куда они попали. Вы не можете оценить ущерб. Они тоже там не могут оценить ущерб. И, соответственно, враг наполовину ослеп. Да, у него есть информаторы, есть шпионы. К сожалению, очень, ну, это правда, это нужно признать, у него очень много помощников на местах. Людей, которые ставят... Ну, що значить ставлять мітки? Дають координати. Ну, ми пам'ятаємо перші дні, коли безпосередньо мітки навіть якісь ставили. Я убежден, что вот эти метки в первые дни это был элемент психологического воздействия, но дело не в этом. То есть людей, которые сообщают о перемещениях техники на ремонт, на ротацию и так далее. Ну, я не обещаю, что мы догоним каждого предателя, но каждого, кого сможем догнать, будем преследовать по закону. Максиме, інше питання, те, що обговорюється вже кілька днів, власне, це ті гучні відставки, те заміна керівництва, в першу чергу, силових структур, яке відбулося, це зміна Генерального прокурора України, це заміна голови Служби безпеки України, дуже близької до президента людини Івана Баканова. Ну, власне, також Верховна Рада проголосувала за відставку міністра соцполітики. От ваша оцінка цього? Я не поддержал отставку генерального прокурора. Я для наших глядачів, можливо, слід нагадати позицію вашу по попередньому генеральному прокурору, пану Рябошапці. Господина Рябошапку, попереднего генерального прокурора, уволил, в общем-то, я. То есть я был инициатором его отставки. Я критиковал его деятельность громче всех, я собрал голоса, я докладывал с трибуны Верховной Рады, выступал с 10-минутным докладом, и в результате именно по моему постановлению парламент его уволил, а после этого назначил прокурором Ирину Валентиновну Венедиктову. Вы сказали, что Иван Геннадьевич Баканов был, может, есть, я не знаком, близким другом президента и так далее. Ну что ж, это хорошо, когда президент может уволить в том числе и своих близких друзей. По разным причинам в отношении и генерального прокурора, и председателя СБУ были приняты решения о кадровых ротациях. В данном случае, ну, по крайней мере, в отношении генерального прокурора я могу четко подчеркнуть, что речь не идет об увольнении в связи с неудовлетворительной деятельностью. Я тут не открою Америки, об этом уже сказал лидер нашей фракции Давид Арахами, о том, что Ирине Валентиновне будет предложено проявить себя на дипломатической работе. Она с момента начала войны сделала очень много для организации постоянного международного взаимодействия в вопросах Международного криминального суда. То есть речь идет о том, что мы хотим, чтобы преступления Российской Федерации, зафиксированные здесь, на территории нашей страны, убийства наших детей, убийства наших граждан, военные преступления российских солдат, вы знаете, есть уже ряд в суде зафиксированных случаев, когда российские солдаты убивали безоружных украинцев. Мы хотим, чтобы они получили международную оценку на уровне международных уголовных судов и так далее. Венедиктова занималась именно этим в первую очередь, и мы хотели бы, чтобы она этим дальше занималась плотно, конкретно, непосредственно вот этим вот. Гаага, Брюссель, Страсбург, европейская юридическая система – это как раз то, о чем вы говорили, о последствиях для Российской Федерации после войны и, в конце концов, о компенсациях для Украины. Ведь еще раз вернусь к вопросу компенсации. Ну, есть обычный гражданин, в его дом прилетел снаряд, ну, ему необходимо это компенсировать. Он платил налоги, он мирный человек, он ничего не нарушал, ни на кого не нападал. Ему нужно вернуть дом. За это нужно заплатить. Государство заплатит, наше государство. Но ведь государство платит из его же налогов, из денег, которые он же сам. Мы хотим получить эти деньги с агрессора. Мы должны получить деньги с агрессора. Более того, это не только вопрос денег. Это вопрос урока для каждого агрессора, что каждый, начавший агрессивную войну, должен понимать, что он в итоге за нее заплатит. Именно он, не жертва. Вот этим должна заниматься Венедиктова. Насчет министра соцполитики, ну, не хочу кидать камни в уже отставленного человека. Еще до войны, за несколько месяцев до начала войны, до 24 февраля, некоторые придираются, когда говоришь «до войны», то есть, ну, мы все знаем, что война началась в 2014 году, а сейчас речь идет о широкомасштабной агрессии, каждый раз оговариваться неудобно. Так вот, была масса претензий к ее работе. У нас есть народный депутат Павел Сушко, который занимается проблемами детей, не совсем здоровыми детками, детками без родителей и так далее, и это в первую очередь профиль министра. Министр не проявила себя, есть надежда, что новый министр покажет себя лучше. Так, Максиме, питання взаємодії у період війни, широкомасштабної агресії між центральними органами влади і місцевими адміністраціями, військовими, зокрема обласною військовою адміністрацією, районами, містами. От наскільки вона є тісною і от безпосередньо ви чи взаємодієте, скажімо, з міською владою Дніпра, оскільки, скажімо, з міським головою у вас були різні стосунки у різні періоди, от як? Смотрите, у нас різні отношения были с городским головой в разные периоды, но это был вопрос выборов, то есть сейчас совсем другая история. Нет, мы не взаимодействуем, но я взаимодействую с главой областного совета Николаем Лукашуком, мы в контакте с Валентином Михайловичем Резниченко. Но я хотел бы здесь подчеркнуть, смотрите, там, где на местах власть, любая власть, будь то мэры городов, городские советы, областные, государственные, а теперь военные администрации. Там, где они нормально работают, не им, особо чего-то не нужно от народных депутатов. Ни народным депутатам не нужно, то есть каждый выполняет свою работу. Там, где есть замечания и претензии, президент переназначает глав военных администраций. То есть нужно все-таки с уважением относиться друг к другу, какие бы ни были личные отношения, и не учить друг друга работы. То есть если работает, к примеру, губернатор, например, любой области, и к нему с утра до ночи приходят народные депутаты и рассказывают ему, как делать, ну, это не совсем правильно. То есть, наверное, нужно либо поменять губернатора, либо дать ему спокойно работать. То есть в военное время, в период военного положения, военно-гражданской администрации наделены экстра полномочиями. Все рычаги есть, все инструменты есть. Парламент моментально реагирует на все изменения ситуации. Президент контролирует все изменения ситуации. И это не та история, когда в далекое глухое село вдруг заезжают народные депутаты и говорят, у вас тут 20 лет никого не было, чем бы вам помочь. То есть есть масса вопросов, которые решаются путем буквально телефонных звонков. А какие вопросы? То есть народные, есть вещи, то есть, к сожалению, так получалось, что ни раз, ни два, ни три приходилось по просьбе родственников искать погибших бойцов. То есть, армейская машина не всегда вовремя успевает сообщать, что случилось с человеком, есть ли надежда, что он жив, или он погиб, или он попал в плен, куда поместили тело и так далее. Ну, народным депутатам приходится это искать в постоянном взаимодействии с местными властями. Вопросы гуманитарной помощи, вопросы беженцев, вопросы согласования гуманитарных грузов. Ну, это нормальные моменты, и, насколько мне известно, по всей стране, речь идет не только о прифронтовых областях, по всей стране это взаимодействие происходит нормально. Максиме, насамкінець, буквально півтори хвилини у нас залишається, питання стосовно завершення війни. От які варіанти ви бачите, чи є поле зараз для переговорів між Україною та Російською Федерацією? Давайте называть вещи своими именами, говорить правду. Украине нечего предложить Российской Федерации, кроме предложения немедленно покинуть территорию нашей страны. И об этом говорит президент, об этом говорят все. Для того, чтобы Российская Федерация внимательно рассматривала подобные предложения с нашей стороны, нам нужно одержать победу на поле боя. В данном случае победа на поле боя будет лишить их возможности наступать дальше. Я не говорю сейчас о контрнаступлении, лишить их возможности наступать дальше. Наши граждане должны понимать, что, возможно, август и сентябрь будут тяжелыми месяцами. То есть они будут пытаться изо всех сил. Они брали оперативную паузу. Сейчас они, видимо, навалятся всей массой. Мы тоже к этому готовы. Мы тренируем войска, мы максимально возможно экипируем их самыми современными образцами оружия. Мы готовимся встретить их, ну вот настолько же, насколько готовились встретить рейх на Курской дуге. Ну, на кону судьба нашей страны, и, безусловно, каждый сделает все, что может для того, чтобы ми виграли. Ну, будемо дивитися, як будуть розвиватися ці події. Максиме, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Максимом Бужанським. На все добре. На все добре.